Очередной инцидент с филиппинскими судами произошел в китайских территориальных водах в районе островов Наньша в Южно-Китайском море. Группа из 4 филиппинских судов зашла в акваторию, прилегающую к рифу Жень-Ай. Морская полиция Китая приняла законные меры по пресечению нарушения границы. При этом одно из филиппинских судов намеренно столкнулось с катером береговой охраны. Как подчеркнул официальный представитель управления морской полиции КНР, комментируя инцидент, филиппинская сторона нарушила кодекс поведения в Южно-Китайском море. Кроме того, был поставлен под угрозу территориальный суверенитет Китая над рифом Жень-Ай и другими островами архипелага Наньша.